Всем привет, дорогие друзья! Сегодня будет у нас видосик, коротенький видосик о подключении акустических проводов для акустики, для сабвуферов, для вот самодельных коробов, когда вы хотите сами собрать либо вот акустику в короб, либо сабвуфер. Можно, конечно, все это дело вывести из короба вот таким путем, некрасивым, колхозным, который со временем здесь перетрется. Здесь уже первые, как говорится, намеки на это есть. От эксплуатации, от вибрации. Вот я, в частности, таскаю этот короб, там то автомобиль то достаю, то туда, то обратно. И вот эти провода, они болтаются, это неудобно. Вот. Некрасиво, не эстетично и непрактично. Поэтому что я решил? Я решил установить сюда так называемые сабвуферные чашки. На один сабвуфер я уже устанавливал. Вот это вот написано Phoenix Subwoofer Cup. Профессиональный акустический терминал, сабвуферная чашка. Возможны для использования силовые кабели сечением до 8 гейдж. Это 8.35 миллиметров квадратных. Вот такой упаковки поставляется. Почему я ее решил использовать? Я ее уже покупаю не первый раз. Мне очень нравится она и по форме, и по размерам. И самое главное, эти размеры, они отличаются у всех, у разных производителей этих сабвуферных чашек, и это в корне влияет на установку. Мне больше нравится, когда просто подключаешь вот так. Оп! И все. И еще, что я хотел сказать. Здесь у нас под паечку вот эта гаечка откручивается ключиком на 7. Чтобы вы понимали, здесь обозначен на самом деле и плюсик, и минус. Есть такие разделительные пластиковые планки, чтобы вот эта вот клемма не ушла в сторону со временем. Здесь тоже обозначен плюс и минус. То есть даже когда вы выкрутите их для пайки провода сюда, вы не попутаете местами клеммы. То есть здесь все в этом смысле хорошо. И все это крепится и красиво смотрится на обычный черный саморез. Но еще какой нюанс? Нюанс по установке данной сабвуферной чашки. К этому я пришел, скажем так, случайно. В хозяйстве у меня оказался элемент для установки. И, наверное, возможно, у многих он есть. Значит, замеряем размер вот здесь. Смотрим, он у нас 68 миллиметров. Устанавливается она достаточно просто. Для этого нам нужно использовать вот такой комплект для установки двери. Так как вы увидели, что вот этот диаметр у нас 68 миллиметров. Вот, ищите установщик. Ну, он может выглядеть другого цвета. Это старый еще набор. Я в Леруа заходил. В Леруа такие наборы есть. Будьте внимательны по коронкам. Вот здесь маленькая коронка 35, большая вот это вот 68 на 68. Вот ищите именно на 68 коронку. Она идеально подходит для установки вот данной сабвуферной чашки. И что вам остается сделать? На самом деле ничего сложного вам не остается. Это берете этот набор, состоит из сверла и насадок. Собираете его вот таким образом. Здесь гаечка в наборе. Тут даже вот написано 68 миллиметров. Ну и далее остается вот наметить туда, куда вы собираетесь устанавливать ее, и засверлить отверстие. Сейчас я буду сверлить вот это отверстие. Давно собирался установить сюда эти сабвуферные чашки. Просто то чашки долго ехали, то потом времени долго не было. В общем, сейчас давайте этим и займемся. Возьму шуруповерт. Ставим на двоечку и на режим сверления. У кого-то есть дрель, можно даже и перфоратором с насадкой в режиме сверления.
Ого. Боюсь, сейчас у меня пожарный датчик сработает. На всякий случай открыл окно. Немножко обработаем края. Небольшие заусенцы там все-таки оставались. Вот мы наждачкой их обработали. Так, ну что, смотрим теперь, как она влезет. Ходит туговастенько, но зато плотно и не будет сифонить воздух. Ну и вот, как мы видим, вошла туго. Теперь у нас, собственно говоря, что осталось? Подпаяться туда, с той стороны, разобрать, подпаять провода и закрутить все это дело на шурупчики. И терминал для подключения у нас готов. Удобно. Оп. И все, подключил. Ну и спасибо, ребятушки, что посмотрели это видео до конца. Надеюсь, уроки пайки вам давать не нужно. Там ничего, как говорится, военного нет. Разберетесь сами. Всем удачи, пока-пока.